автомобиля, 2010 год выпуска. Вот. На какой стадии сегодня находимся? Задняя тележка установлена, мосты собраны. Все собрано. Специалист по пневматике работает, медные трубки будут установлены. Вот такие, самые-самые хорошие. Самые надежные, долговечные. Медь — это вообще супер. Практически золото. Так, сегодня пневматик, получается, заканчивает работу. Сейчас у нас обеденный перерыв, как раз есть время поснимать. Вот передок разобрали. Передок разобрали, продолжаем сборку передка. Так, двигатель есть. Коробка, раздатка есть. Кабина есть. То есть все. Быстро-быстро эту машину мы скидаем. Ну, в ускоренном темпе будем работать. Так. Ну, пока как-то так вот выглядит автомобиль. Так, готов к сдаче. КамАЗ у нас 4318, бортовое исполнение будет. Здесь будет борт установлен. Стандартная капиталка. Медные трубки здесь установлены. На новой резине Евро 2, 260 лошадиных сил, коробка с делителем, мосты с блокировками, цвет хаки. Автомобили. Доводочные работы идут. Здрасте. Обвес Евро 2. Сегодня машина у нас с цеха выезжает на обкатку. Сюда добавляешь вот это. 11 листов. 11. Сюда 14 коренной сделаем. Да, сюда коренной добавляешь, да. И ступеньку укорачиваешь. Это сделаем, да. 14 сделаем. 3 листа сюда добавляем. Потому что вот эта родная рессора, я когда взял 14, второй рейс она у меня лопнула. 4 листа сразу лопнули. Я подпрыгнул там хорошо, блин. Вот. По ДЗК. ДЗК вот так оставляют? Здесь будет, соответственно, иди колесо висеть. Нет, ДЗК же мы туда будем. А, все, понял. Вот. Ну, там... А у вас сейчас между рамы что помещается? Что? Ваших, где у вас сейчас на афганцах, на ваших ДЗК, это запаска? Вот так же, тут тоже, тут же. Вот так же. Нам надо неудобно, не покупку не подвесить. Разгрести нужно такие сделать. Сделать. Я говорю, сделайте мне на кузове. Угу. Они мне сделали на раме. Потому что вот колесо снимать, вот это рессоры, это все здесь неудобно. Ну, с кузова просто лопухи висят и все. Да. И не, не, не лопухи, нужно вот. Полукруги. Полукруги. Все, понял. Делаем полукруг. Ага. Ну, стандартно, не фазовский возьмем, так поставим. Да, все. Просто закрепить к кузову. Да. Раму можно делать, если надо. Да, можно все желательно. Ну, я видел там, я воочию-то не видел никогда. Только нахлёст вот там. Раму, там... в раму, 20-й контакт идет из завода. Ну, да. Ну, это у 20-х, а на 18-х. Это вот что, сделаем? А она так делается.
куда? Внутрь? Вовнутрь сюда вставляется рама от 4308 от КамАЗа. Маленький КамАЗ же есть? 131-го. Который мы обычно, когда рама усиливаем, когда лопаем всю раму, от 131-го вилка, хоп, туда. А, ну я не знаю, мы с вилами не работаем. 4308 рама, она ровно лезет внутрь, прям ровно.